Ты изначальный гуру и ачарья, чтоб показать пример, ты в этот мир приходишь, как великий Рамачандра, великий воин, идеальный царь, ведь благо подданных ты ставил целью высшей, и образцом высоким был ты сам, а все другое было просто лишним. Ой, если б знали люди всей земли, какое счастье принесет им это, когда такими были все цари, в Аюдхью превратилась бы планета. Господь Шри Рама, ты нас научи быть идеальным сыном, братом, мужем. Пусть голос твой из сердца так звучит, что каждый вдохновенно тебе служит. Как Дхарме следовать и все принять, и главной жертвой снова быть и снова. Ведь всякий раз ты нам даешь понять, что праведность, она всему основа. Даешь понять еще нам святость дух, что наполняет сердце полным счастьем, и ситы неземную чистоту, что и огню любому не подвластно, что главное всегда исполнить долг и проявлять при этом справедливость, что честностью пропитан каждый вдох. Примеры этих качеств — твоя милость. От гордости она избавит нас, от эгоизма, что не знает меры, когда твои деяния всякий раз мы ставим для себя примером. Как лук свой поднимаешь высоко и стрелами без промаха пронзаешь ты Равану, того, что глубоко в сердцах у нас живет, уничтожаешь. По милости твоей духовный рост произойдет, когда к тебе построим мы от сердец своих надежный мост. Гораздо дальше Ланки он длиною, но если мерить мерками любви, то расстояние к Богу не преграда. Когда он в сердце у тебя внутри, то ничего другого и не надо. Господь Шри Рама, помоги понять, как нам потери принимать без грусти. Дай силу, чтобы целиком занять в служении все наши чувства. Господь Шри Рама, помоги уйти от хитросплетенных сетей самообмана, чтоб каждый смог сполна приобрести ту преданность, что есть у Ханумана.